Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о конфликте Дмитрия Губерниева и Ольги Бузовой, произошедшем в эфире Матч ТВ. Отталкиваясь от того, как Бузова работала и вела себя во время проекта «Ледниковый период», хочу сказать, она крутая личность. Можно сидеть на диване и писать негативные комментарии, а можно поднять ленивую задницу и пойти что-нибудь сделать. Она работает 24 часа в сутки. Она в Амхате Горького. Она заслужила это. По поводу Губерниева, не он приглашал Ольгу в тот эфир, поэтому не ему судить, сказал Ягудин. Высказывание Алексея вызвало множество комментариев как в поддержку Бузовой, так и против. Конечно, было больше негатива, в особенности про МХАТ. Но стоит упомянуть один комментарий, который как нельзя лучше характеризует Алексея. Вот за что я всегда любил Ягудина. Так это за то, что в ту пору, когда толпа пинает одного конкретного человека, Ягудин всегда готов за этого человека заступиться. Бузова, не Бузова, а когда травят из-за стадного чувства, некрасиво это, написала одна из участниц дискуссии под ником Станислава Халина.